первые в регионе. Досрочное голосование стартовало в труднодоступных и отдаленных территориях Иркутской области. Свое мнение, кто должен стать следующим губернатором, уже выразили жители поселка Большие Коты. Там в списке избирателей 44 человека. Бюллетени для них доставили на катере. Далее голосование пройдет на метеостанции «Солнечная» и в деревне Кочеряково. Досрочные выборы в труднодоступных населенных пунктах завершатся 6 сентября.